считаю, что считали, сыграли более организованно, да. И единственное, что гол, который мы пропустили, но не имею права такие мячи пропускать. А так в целом придерживались плана на игру. Вот, и в целом могу отметить, что он удался. Единственное, что качество. Нам надо еще добавлять в атакующих действиях. То есть были хорошие выходы. Надо просто их реализовывать. То есть не хватило немножечко этого такого для последнего, может быть, там где-то последняя передача. То есть надо бывает немного суеты. Вот. Но второй тайм, в принципе, сыграли уже более вперед. Вот, и по сути владели преимуществом территориальным. Игровым, наверное, игровым, потому что, по сути, все под контролем было, по крайней мере, во втором тайме, я не вспомню, что были какие-то моменты.